Котик, который с одного куска Леху Большого уложит. И вот я захожу поставить именюгу, вижу, как выносит карава его подруга. Кара-карабой, это кара-кара-кухня. Маленький кусок, и твой прежний мир рухнет. Какие тулки, тут шеф, нереальный повар. Уверен, точно бы я съел Кирилла Дивидор. Там висит, прессовался в два слоя. Один пустой, один здоровой, такой прикол, понял? Среди друзей мы иногда нормально исполняем. В ходе истории назвали первого каравая. Все от того, что мы туда бошек мешок добавляем. И убиваем, и теперь не меняем. Именитый каравай обладает мощностью шамана. Плюс и готовностью, минус 7 для кармы. Все на хохот торкает, вот они под потолок. Я один из тех, кто заживал добавочный кусок. Каравай! Вот такой ширины, вот такой вышины. Вот такой каравай. Вот такой ширины, вот такой вышины. Вот такой каравай. Вот такой ширины, вот такой вышины. Вот такой каравай. Вот такой ширины, вот такой вышины. Вот такой каравай. Чё, люди добрые, как вам? Вкатывает? Нет, дайте шума, если вкатывает. Отлично, сейчас, мы продолжаем. Подожди, подожди, музыку слышно, слова слышно или чего-то не слышно? Все слышно вообще. Ну все четко, поехали дальше тогда. Давай, второй.